Егорских паломников в этом году выделено 1400 квот, и практически уже разработана доступная программа для комфортного совершения хаджа. Все основные организационные вопросы координирует Минац Республики. Уже ведется прием документов. Фирма, которая будет набирать паломников, это фирма «Имана». Фирма «Имана» располагается по адресу город Назрань, проспект Базоркина. Телефоны для связи 928-090-65-17 и 928-090-66-17. Председателем комитета по хаджу определен заместитель председателя правительства Евлоев Урусхан Хасанович. Со стороны правительства непосредственным куратором будет Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Ежегодно это министерство занимается, поэтому координация, сбор паломников, реклама, все это будет в дальнейшем. Стоимость за квоту уже определена и на всем Северном Кавказе одинаковая. Если желающих совершить хадж окажется больше, то есть возможность получить дополнительные квоты. Программа у нас две. Первая – это прямой Магас Медина, Жидда Магас, стандарт. Вторая – это Москва, Иордания, Акаба, Акаба, Магас. Стоимость прямой – 3100 долларов, а комбинированный Магас Акаба – 2200. Учесть ошибки прошлых лет и не допустить их повторения призвал ответственных лиц руководитель администрации главы республики. Алгоритм организации хаджа, он расписан, опять же, повторяюсь, пошагово. Вот, поэтому внимательно руководствуйтесь нашим планом. Вот, и вице-премьер, я думаю, тоже будет внимательно смотреть за этой работой. Курировать весь процесс организации хаджа 2017 будет и начальник управления по делам религии администрации главы Али Котиков, чтобы подготовка к паломничеству велась на должном уровне. Данная работа, она взята под пристальный контроль и администрации главы республики Ингушетии. Соответственно, нами будет проводиться и координация, и взаимодействие со всеми органами, которые вхожи в систему отправления в хадж. Все вопросы будут, как бы можно сказать, решаться. Прием документов желающих совершить паломничество к святым местам продлится до 20 июля. Уже завтра пройдет большая конференция, на которой озвучат все волнующие жители вопросы, связанных с организацией хаджа. Идир Манхива, Рахман Суров, Новости 24.